Когда я смотрю на эту машинку, мне она напоминает кадры из старенького фильма с Бельмондо «Кто есть кто». По-моему, у нее был примерно такой же агрегат «Кобра». Может быть, не такая, но что-то очень похожее. Когда смотришь на такой агрегат, сразу вспоминаешь про мужественных мужчин в кожаных шлемах и белых шелковых шарфах.